Сегодня наша рембригада находится в селе Выльгард Сыктывдинского района, возле замечательного во всех смыслах дома по улице Ольги Мальцевой под номером 2В. А замечательное в нем вот что. Это многоэтажка с одним единственным подъездом. Но в ней есть одно «но». С обратной стороны, вот он, вход, здесь есть еще одна квартира, где живет человек, которого коммунальщики обязывают оплачивать услуги, предоставляемые жильцам вот этого подъезда. Терпению Юрия Истомина пришел конец. Вот двор. Его мужчина метет сам. Вот фонарь. Он подключен к частному счетчику. Но в квитках указано, надо оплатить услуги дворника и уборщицы. То есть у вас собственная территория, и вы, получается, сначала убираете собственную территорию, а потом платите еще за то, что соседи убирают. Конечно. Еще за освещение платим. Здесь вот ни одного светильника нету. Если посмотреть, даже вот у нас сейчас светильников ничего не горит. Коммунальщики каждый месяц требуют раскошелиться за горячую воду и промывку труб. Совершенно игнорируют тот факт, что в квартире автономная система водоснабжения. Котел сам, получается, отапливает все наше помещение, горячую воду делает, а платим мы еще за обслуживание системы отопления, за промывку системы отопления. Юрия хорошо знают и в местном расчетном центре, и в управляющей компании со сложным названием «Шнагундай». Мужчина ходил, писал, доказывал, ответ везде один. Все говорят, платят, и говорят, тоже так же. Мы отправились в расчетный центр села Выльгард и услышали то же самое. Так если у него освещение свой фонарь со своим счетчиком? Свой фонарь он имеет право повесить, это в любом случае. Но он живет в многоквартирном доме. И правила содержания общедомового имущества этого дома распространяются и на него тоже. Ну что ж, доказать правоту коммунальщиков, либо опровергнуть их слова, видимо, смогут лишь в прокуратуре. Туда и следует обращаться Юрию Истомину. Молодой человек уже посчитал, в случае, если он окажется прав, за коммунальные услуги ему не придется платить ближайшие год, а то и полтора.